Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В России названы самые популярные виды деятельности самозанятых. Эксперты из Федеральной налоговой службы назвали самые распространенные сферы деятельности среди самозанятых в Российской Федерации. Об этом сообщает Russia Today на русском со ссылкой на приложение «Мой налог». По данным ведомства, самой популярной услугой стала перевозка пассажиров. Уточняется, что этим занимаются около 16,5%. Согласно данным, в список популярных услуг также попадают сдача квартир в аренду, репетиторство, строительство, реклама и маркетинг. По словам специалистов, средняя сумма чека за услуги самозанятых достигает 1050 рублей. По информации издания, 1 января 2019 года в четырех регионах страны ввели специальный налоговый режим, а с начала 2020 года к эксперименту присоединились еще 19 субъектов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская и Калужская области, а также Республика Татарстан. Отметим, что за февраль этого года насчитывалось 465 тысяч зарегистрированных самозанятых. На этом у меня пока все, а больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!